Плохо поработали, попали в черный список. В Кировской области ввели новые ограничения для подрядчиков, которые занимаются капитальным ремонтом. Тех, кто выполнил свою работу спустя рукава в течение года, не допустят к новым торгам. Кроме того, будет расширен список условий, при которых ремонтную организацию могут исключить из реестра подрядчиков. К примеру, санкции могут применить, если компания укажет о себе неправильные данные. Запрет по новым правилам будет наложен, если на проведенную работу будут жаловаться жильцы домов, в которых проводился капитальный ремонт. Однако не все поддерживают такие меры. Этого будет недостаточно, говорят депутаты. Это постановление не совсем достаточно, потому что оно не решит проблему, на мой взгляд. Почему? Потому что за каждой плохо выполненной работой, некачественно выполненной работой, будь то утепление фасадов, ремонт крыш, замена электропроводки, стоит не только фирма-подрядчик, а конкретные люди. Вот мы лишим эту фирму на год участия в конкурсах, в аукционах, а эти люди, которые некачественно делали эту работу, перейдут в другую компанию и точно так же будут свои работы делать некачественно.